Здравствуйте, в эфире астрологический прогноз. На лунном календаре число 5. Луна растущая находится в знаке Козерога, символ дня Единорог. Сегодня все удается, если вы проявляете творческую активность и стремитесь к достижению цели. Сегодня все прекрасно усваивается, и знания, и пища, а еще можете смело отстаивать свои принципы, убеждения, идеалы. Солнце находится в знаке Скорпиона и пробудет там до 22 ноября. Итак, скорпионы почувствуют огромный прилив жизненных сил и будут в центре внимания противоположного пола. Показатели здоровья в норме, однако следует избегать стрессовых ситуаций и пить больше воды. В рацион включите сухофрукты и орехи. В личных делах возможны изменения, старые связи дадут о себе знать. Придется дорабатывать старые дела, исправлять ошибки. Прислушайтесь к своей интуиции, она вас сегодня не подведет. У стрельцов в целом удачный день. Можете смело принимать решения, браться за новые дела или признаваться в любви. В плане улучшения самочувствия следует придерживаться правильного режима дня. Качественный сон необходим вам для укрепления иммунитета. Исключите еду, содержащую консерванты и красители. Личные отношения порадуют приятным общением и взаимопониманием. В делах возможно получение полезной и своевременной информации. Вот только день не подходит для крупных вложений. Козероги сегодня открыты для общения, звезды обещают им поддержку во всем. Что касается здоровья, уделите больше внимания своим глазам и не переутомляйтесь. Придерживайтесь сбалансированного питания и не переедайте. Включите в рацион печень и шпинат. В личной жизни важно обсудить текущие дела и свои потребности с любимым человеком. В делах смело проявляйте инициативу, сегодня все вам удастся с блеском. Водолеям следует придерживаться всех рекомендаций звезд и поддерживать у себя отличное настроение. Самочувствие будет стабильным и устойчивым, день подходит для косметических процедур и массажа. Очень полезны теплая ванна и контрастный душ. В общении с противоположным полом проявите сдержанность и понимание. Сегодня вы будете очень красноречивы и вполне убедительны, что поможет в продвижении ваших интересов. Рыбы сегодня будут стоять перед выбором, но интуиция поможет им принять правильное решение. Относительно здоровья все в норме, но вы сегодня более ранимы и чувствительны к словам. Избегайте общения с недоброжелателями. В рацион включите сухофрукты, мед и орехи. На личном плане эмоциональные взрывы не проявятся, если будете уступчивы. Не лучший день для решения сложных житейских задач, но подходящий для работы над собой. Овнам звезды сулят насыщенный день, светило поддержит любые начинания. В плане здоровья берегите бронхи, верхние дыхательные пути и горло, не переутомляйтесь, сочетайте работу с отдыхом. В личной жизни на первый план выйдут старшие члены семьи, проявите внимание. В общении можете смело отстаивать свое мнение, это вам удастся с блеском. День вполне подходит для принятия важных решений, звезды вас поддерживают и направляют. У тельцов вполне удачный день, они смогут сегодня реализовать самые заветные желания. Относительно улучшения самочувствия займитесь собственной внешностью, полезные косметические омолаживающие процедуры. Диеты и голодание сегодня нежелательны, но можно есть натуральную пищу, фрукты, мед, овощи и продукты, которые вам нравятся и не противопоказаны. С помощью друзей или покровителей можно добиться успеха в переговорах. Близнецы сегодня рискуют влюбиться. День несет много неконтролируемой энергии, но в целом день удачный. Относительно здоровья рекомендуется растительная пища. В рацион включите виноград, инжир, яблоки. В личных делах придется сдерживать свои чувства и переключать внимание. Но Луна в знаке Козерога, поэтому нужно быть готовым, что могут быть трудности в общении. Проявится излишняя суета и беспочвенная нервозность. Возможно, случайные и непредвиденные повороты судьбы. Раки сегодня порадуют всех не только прекрасным настроением, но и оригинальными идеями. Отличный день, чтобы привлечь внимание. Для поддержания хорошего самочувствия берегите голову и все, что в ней находится. Включите в свой рацион продукты, повышающие иммунитет, и не переутомляйтесь.
В любовных делах возможны сюрпризы. Просто перестаньте сомневаться и проявляйте активность. А вечер проведите с любимым человеком. В финансовой области возможны новые идеи или участие в выгодном проекте. Львы будут пребывать в отличном настроении. В целом день удачный. Относительно здоровья, сегодня замечательный день, когда можно кушать и не поправляться. Сегодня ваш организм справится с нагрузкой гораздо лучше, чем другие дни, но все же не переедайте. В личной жизни появилась вера в лучшее будущее, и ее первые признаки будут видны уже сегодня. День удачен для знакомств, в том числе и через социальные сети, а в делах успешны все начинания. Эмоциональный день у Дев. И мужчинам, и женщинам захочется блеснуть во всей красе, а звезды поддержат всех. Физическое состояние без изменений, но из-за повышенного тонуса вы можете не обратить внимания на небольшие беспокойства. Дыхательная гимнастика поможет расслабиться и отдохнуть. Любовный настрой повлияет на ваших половинок, и отдача не заставит себя долго ждать. День не подходит для решения проблем, лучше проанализируйте свои упущения и не повторяйте ошибок. Весам придется вспомнить, что жизнь – это борьба, и сегодня вы в числе победителей. Эмоциональное состояние будет изменчивым. Потребуется большая физическая нагрузка, чтобы справиться с наплывом информации. Берегите сердце. На личном фронте намечается легкий флирт, но не торопите события, звезды на вашей стороне. Ваши умственные способности вас сегодня приятно удивят, и вы блестяще справитесь со всеми делами. Дорогие друзья, вот таков был астрологический прогноз на сегодня, а мы желаем всем удачного дня, отличного настроения и крепкого здоровья. We'll be right back.